Диффузионная пленка Delta Max VD специально разработана для устройства вальмовых и шатровых крыш с большим количеством хребтов. Укладывайте пленку с нахлестом 10 см. Отрежьте рулон вдоль линии хребта, переверните его на 180 градусов и продолжайте монтаж следующего ряда уже справа налево. Две клеящие ленты нанесены на нижнюю часть рулона. Для проклейки нахлеста просто удалите лайнер с клеящего слоя. На смежном скате продолжайте укладывать пленку в том же порядке, обеспечив перехлест пленки на хребте. Благодаря инновационному решению Дёркин, нахлесты рулонов будут гарантированно проклеены даже в сложных погодных условиях, и ваш дом будет надежно защищен. Использование пленки Delta Max VD с двумя клеящими лентами позволяет повысить надежность крыши и снизить расход материала до 30%.